Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что смотрите наш канал «Прошу к столу». Сегодня мы хотим вам предложить приготовить очень легкий и вкусный салат с креветками. Для салата нам понадобится листья салата, креветки, большие и маленькие, лимон, авокадо, помидоры, оливковое масло, семечки сезам, базилик, тимьян и чеснок. Салатные листья помыли, к ним теперь мы порежем маленькие креветки и авокадо. Теперь приготовим заправку для салата. Выдавим пол лимона сока. Добавим пару ложек оливкового масла. Немножко базилика. Тимьяна. И выдавим чеснок. Я взяла один зубчик. Если вы любите поострее, можете добавить побольше. Я добавлю совсем немножко. Заливаем салатик. Добавим немного соли. Салат перемешаем. Посмотрите, какой красивый получается салат. Я креветки специально резала покрупнее, так салат будет вкуснее. Теперь салат у нас настаивается. А мы с вами пойдем жарить крупные креветки. Для салата мы будем использовать семечки сезам, поэтому быстренько их обжарим. Буквально несколько секунд. Обжариваем креветки. На сковородку мы наливаем оливковое масло. Я добавляю еще немножко сливочного масла и чеснок. Чеснок мы добавили для того, чтобы оливковое масло взяло вкус и запах чеснока, потом мы чеснок вытащим. Выкладываем креветки. Добавим немного соли. Лимонного сока. Креветки готовы. Мы их обжаривали с двух сторон по 1-2 минуты. Пока мы жарили креветки, салат у нас настоялся. Теперь мы в салат добавим немножечко жареного сезама. Еще раз хорошо перемешаем. Будем накрывать на стол.
Друзья, и последний штрих. Украшаем салат жареными креветками. Такой салат вполне может подойти на праздничный стол. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии и лайки. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!